Всем привет! Вы смотрите видео-версию сайта «Моя Москва онлайн». В столице открылся первый Макдональдс в отделении Сбербанка. Как сообщают ведомости, офис находится возле станции метро Новослободская. По информации издания, так банк будет бороться со спадом посещаемости своих отделений. Отмечается, что речь идет только о маккафе с одной кофемашиной. Также рядом расположен планшет, где можно заказать доставку как в это отделение, так и на любой другой адрес. При этом в отделении еду не готовят. Ближайший ресторан фастфуда «Макдональдс» находится через 300 метров от отделения банка. В здании предполагают, что заказы будут доставляться именно оттуда. Доставка будет проводиться посредством Delivery Club, совладельцем которого недавно стал Сбербанк. На этом пока все. Еще больше новостей из жизни столицы и не только читайте на сайте mymsk.online. До скорого!